Здорово, друзья, здорово, подписчики. Чё сегодня в охоту врежем? Так, карта номер один. Так, вот у меня СВД. Нормально все будет. Так, о, нифига, это типа магазин. Тут нужно стволы менять. Вот я вот чуть-чуть прокачался, СВД взял, было другое, сейчас патрон чуть-чуть взял. Так, это что, магазин тут, он нормально, тут можно поменять. Это СВД прикольное, скорострельное, плюс нормальное. Так, пошли, пошли, вот тачка моя, Нива с прицепом, вообще топ. Топ, топ, что, поехали? Пойдем что-нибудь расстрелим кого-нибудь. Так, блин, качество видео более-менее так нормальное, кому понравилось это видео, я вам эту ссылку скину, кто хочет скачать. Так, едет гору нормально, не вообще так покрашена охрана шикарная. Так, на горку подъедем, там посмотрим, еще будет или не будет. Ну, сейчас. Так, дичь обозначена справа-слева на мини-карте, зеленая такая, там дичь маленькая, там более-менее крупная. Так, остановимся тут, посмотрим. О, что-то там красное видно, это, походу, уже обстрелянный, раненый. Так, что там у нас, что-то я нифига не вижу. Олежка, походу. Вот Олежка, Олежка. Эй, Олежка, куда ты? На, нафиг. Нормально, второго раза. Все нормально, поехали дальше, подберем. Ну, прикольно, интересно, такая игрушка, мне понравился. Так, тут разгоняется долго. Ну, потом еще что будем... Будет народу нравится это прохождение, будет докачивать, там Митсубиси есть. Митсубиси возьму. Так, ну, у вас новый уровень. Нормально. Ну, дичь. Олежка. Так, подобрать. Сколько там? КГ-600. Нормально, 600 килограмм. Это нормально. Так, сядем, поедем дальше. Ну, что-нибудь интересного там найдем. Медведи. Ну, медведи тут есть всякие. Всякие. Зайцы, медведи, лисы, волки. Ну, на кого можно охотиться. Так. Главное не врезаться, нет, вроде нормально. Ну, так прикольно, ну, вид есть внутри. Так, прикольно. Не, этот, не ощущается, что как будто в компьютере играешь, а не в андроиде. Так, что там у нас такой клиент? О, зайка, да? Зайка пробегала рядом. Не, не будем ничего, так, посмотрим только. Зайку не будем. Так, поехали дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну, так, управление он. Справа, за... О-о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 ! Дрифт! Валит! Валит боком! Нормально! Вообще топчик. Валит боком. Так, что там интересно? О, минус лис. Нет, нет, не попал. Не попал. Где же лис? Он вниз убежал. На, нафиг. О, минус лис. Хорош, хорош, нормально. Минус лис, это хорошо. Так, подберем, поехали. Ну, прикольно, мне понравился. Ездишь, убиваешь, подбираешь. При начале игры тебе, конечно, телегу не дают. Ну там всего там нужно 500 баксов, и потом телегу можно себе. 5, не 500, а 5К баксов. И потом телегу можно купить. Так он сколько там, не помню, 500 КГ нужно возить. А тут... А. 500, да, 500 КГ. А тут, видишь, 1,5К нужно набирать. Вот такие дела, короче, едем дальше, посмотрим, может, что-нибудь интересного найдем. Тут палатки всякие, так я не понял, для чего они. Ну, прикольный график.
Я не знал, что на телефоне такая графика офигенная. Так, поднимемся вверх. Что там интересного? Так, главное в камень не врезаться. Главное в камень не врезаться. Так, что там интересного? Так. Ну, управление, конечно, никак не могу привыкнуть. О, кролик, ну. Блин, зарядиться забыл. Нормально. Где он там? О, встал как раз, видно стало. Нормально, держи, люлей. Да у меня сегодня добыча нормальная. Олежка, лис и заяц. Или кролик там, хрен же. Так, потихо мы там. К машине подойдем. Чё, вот минус, мне бы не понравился. Не бежит, просто входит. Ну, в принципе, машина есть. Как близко подъезжаешь. Неправильно есть, и всё. Вышли, попадаешь, убегает. Сейчас что-то близко. Оп. Енот. Опа, енот. Минус енот. Вообще нормальная охота. Минус заберем. Сколько у него там КГ-то? Ну, было 700, стало... А, было 1700, стало 1800. Это сколько там? 100 грамм? Ну, 100 грамм. Ладно, не буду об этом. Так, да, поехали дальше. Посмотрим, что как. Ну, как вы думаете, нормальная графика? Как, кому понравился там, что дальше снимать, напишите внизу. Обязательно найду. Обзор сделаю. Так, что-то тут рядом. Посмотрим, блин, такой стал мне хорошо. Под гору. Ну, нам подняться вверх, чтобы увидеть. Что-то рядом. Так. О, кабанчик, что ли? Ой, кабанчик. Кабанчик перво. Опа, прям в голову. Прям ваншот. Нормально. Блин, прикольно. Если вот даже как скорострельная. А в первый дают этот, блин, как забыл. АВП. Ну там урона побольше, но... Не знаю, если поменять у меня. А вы можете оставить. Блин, прям радует, а машинка стоит. Даже машинка не убивает, прям при полной скорости врезаешься в дерево, ничего. Опять поехал и все. Так, а у меня миссия типа. А, да, смотрите, слева сверху задание. 5 кабанов убить. Я одного снял. О, валим боком. Нормально. Да, юзом все нормально. Ех ты! Ай-яй! Ой-ой-ой! Ой! Ух ты! Ни хрена выкинула! Нормально! Ай! Ну пофигу! Встал на колеса и поехали дальше. Как ничего не было. Вот такие дела, короче. Сейчас подъезжаем до базы, сейчас сгружаем. Базу пока... Ну, в принципе, база то же самое, где можно этот... стволы менять, вернее, покупать. Вот база наша. Короче, друзья, заканчиваем это видео. Кому понравилось, поставьте лайк.